Всем привет! Хочу сделать обзор на мясорубку AVEX MG280V. Значит, здесь пишется, что реверс 2800 мощность и 1,8 килограммов в минуту. Вот такая коробка. Почему делаю обзор? Потому что особо неизвестная она, как бы, мясорубка. Долго искала сама, не могла найти, поэтому, может быть, кому-то понадобится. Вот в запасе есть, значит, решетки такие с мелкими дырочками, с крупными. И вот такая вот для колбас. А вот так она вот выглядит у нас. Внешне очень даже симпатичная, вроде на вид мощная. Два режима, слабая и как бы мощная. Вот реверс. Здесь у меня как раз 1,8 килограммов мяса. Будем смотреть, как будет перемалывать. Итак, включаем первую кнопочку. Вот так послабее, это посильнее. Хочу показать внутри. Вот, все чисто, ничего не осталось. В принципе, я довольна, потому что мясо было у меня сложное, такое жирное, но жир такой не совсем, как бы сказать, мягкий, он такой твердый был жир. Ничего, справился нормально. Вот столько фарша у меня получилось. Так что, может быть, кому-то поможет этот обзор. Я прокрутила лук. Закончила. Посмотрим, что внутри творится. Ну, внутри только лук остался. Сейчас.
так вот. Это ничего, я быстро остановила. То есть мясо, никаких жилок, ничего, никакой пленки, ничего не застряло, не осталось. В принципе, я довольна. Так что рекомендую. Ну, а у меня все. Всем пока-пока.